Короче, да, там... Обязательно нам нужен хил какой-нибудь, да, обязательно танк какой-нибудь. Я не знаю, что из этого танки. Ну, что-нибудь из силовиков, да? Так, Боф, Нага, Друид, Добл Блейд. Вроде друиды хилы, на самом деле. Я думаю, надо второго друида взять. Или какого-нибудь визарда. Но вообще второй друид не помешает. Короче, вот тут есть это в котле. Поушен за 10 голды, его купить, он бесконечный. Советую всем. Насколько я помню, он хорош. Хан, да что ты начинаешь? Отстань. Куда вы пошли? Руинеры. Руинеры, го сюда. Руинеры, вы это, не хотите второй проход закрыть, а? Если вы так будете играть, вы сольетесь на второй или третьей волне. Туговёное место. Да, туда бегать, если что, резать. По одному человеку. Там кулдаун какой-то есть. Мах тут прикольный, тут можно типа выбирать самому скиллы, которые юзаешь. Типа лед, огонь или аркан. Как в классическом вове. Потом, когда у вас плюсики будут, можете вот внизу, вот вам после выбора, после волны выбор дают один. 25 голды это очень много вначале, на самом деле. Так, что тут с блинком? Вроде есть обилки, да? Сапоги, я не помню, где они. Поушен. О, там еще медаль какие-то, я не помню на самом деле. Да, он строитель есть, в принципе, один. Эти башни пожилые, конечно, бесполезные. Я вот помню, что у Икаруса, Икарус у тебя паразит, бесконечное время висит вроде. Ну или на него есть грейд, чтобы он бесконечно висел.
Вот и можно кайтить боссов паразитом. Там справа помощь нужна. А он и босс пришел. Карус, карабос, паразита на босса повесь хотя бы. Я его буду подстанивать немножко. Сука, в слип меня кинул, падва. Так, погодь. 8. Я уешку возьму. Чё там? Ну да, у боссов обилки есть. Держу в курсе. 2 инты. Где-то ботинки с блинком. Вроде у мага вообще есть. Я, короче, на реген возьму сейчас какие-то, да. Вроде у мага должен быть блинк врожденный. Конечно, пожилое время между раундами достаточно маленькое, чтобы разобраться вообще в ритмах во всем. Ну я вот купил себе сапоги на реген, и там что-то должно быть вот у мага, наверное, вот у мага. Суппорт, кастинг, ну короче, вот есть орк. Шаман, вот есть прист. Вот у них что-то на регенной щите. Значит, надо ману экономить, а не руинить. Во-первых, будет хорошо, если вы все станете типа в одном проходе, вот который здесь. Потому что все-таки там нас сожрут из правого прохода рано или поздно. Там уже босс пришел. Мы ебашим. Ебашим жестко, между прочим. Но это все простые боссы пока. Там до 10 волны вряд ли что-то будет сильное. Помнишь, что какой-то есть хилящий посох на друида? Хорош, ну или вообще? Во-во, смотри. Скептер оф хилинг 225 стоит. Он, во-первых, маны реген дает 50%, во-вторых, 30% от макс хп хилит обязательно. Надо, наверное, не только хил, но и вообще какому-нибудь другому магу. То бишь мне, скорее всего, его взять. Подхиливать руинеров.
Ну, Хен говорит, сиську покупайте. Мне она не нравится, не знаю. Шнекс? Не знаю, Павел. Такие пожилые вопросы задаешь. Блин, а почему вы все на верхнем проходе? Вот мне интересно, реально, просто. Просто интересно. Ну, кстати, вон там милишники все купили кольца на хп реген 10 в секунду, неплохо. Бля, я сам как даун вниз спустился. Ну, точнее, перс. Так, а чё у меня тут? Это хуйня. Возьму элемчика. Некра? Да думаю, нет. Я вообще не знаю, есть ли тут некр. По-моему, и не было некра в этой версии. Там руинят, пиздец. Скоро сливаться такими темпами будут по-любому. А я не знаю, Андер-2К, где он его взял. А вот, у Медива есть кольцо за 40 голды, 10 хп регена. У Медива также есть... Так. У Медива также есть он, учебник на опыт. Есть знамя на голду. Ну, кстати, знамя на голду надо было взять вначале. Вон, руна появилась, она дает лайфстил. Кто наносит урон в ближнем бою, берите. Руинеры. Вон вам пингают, зачем? Реле такие руинеры, капец. Икарус взял. Икарус инвалид. Ну ладно. Там все равно все инвалиды. Я не удивлюсь, если мы сейчас сольемся уже. Сапоги меняются, то есть вы, если одни купили, то вам не вернут голду. Вот что я помню вроде про эту карту. Ля. Вот эти вот мне нравятся сумоны элементали очень сильно. Вот я здесь, а сумоница здесь. Обожаю. Так, во, блинк. Блинк это имба. На блинке буду... бегать от них. Ну, Тернин, наверное, да. Если не хочешь лишних потерь по голде. Вероятнее всего. Бля, два дауна просто. Два дауна, идите хоть здесь атакуйте. Не, такие бесполезные. Просто зрители элементали каппа. Вот не знаю, огненный дождь у кого-то очень полезный. Прям очень полезный, ауешный. Вот под эту штуку не надо становиться, пацаны. Вот под огром, видите, такая желтенькая. Если кто-то в нее встанет, то вы умрете. Держу в курсе. Вот кто-то под нее встал, ДХМН Карбос. Ой, если меня сейчас зажмут, ой, а зажал дурак какой-то, и Кару зажал.
Я же говорю, не надо стоять на месте. Видите, желтая штука? Икарус, ты сейчас умрешь, молодой человек. Вы нихуя не хотите выбегать? Такие инвалиды просто играют, капец, пацаны, вы бы знали. Просто такие инвалиды играют. Где там босс? Босса убили уже, что ли? Я, короче, все равно посох возьму на хил, чтобы подхиливать карабоссов. Плюсиков вообще не дают, падаю пока. Ну, типа, если не выпала тебе агила, а ты агильчик, то тебе агилу всегда предложат. Да, это ботинки на блинк, но мне они не нужны, у меня есть блинк свой. Чё, Элем опять туда? О, ну Элем пошел байтить, короче. Лишних руинеров. Блин, а Лем бесполезный. Ну там, опа, метеорит, кстати. Я не помню, что полезнее, Близзард или метеорит. 5 секунд, это долго очень. Я лучше Близзард возьму, пожалуй, ну-ка. Вон, да, Близзард поприкольнее. Так, что там, есть рунеры, которые хилить надо? Вроде пока нет. Нет, вот один есть. Хил. О, видали, пацаны? Хилом спас карабосса. Андер 2К, руинера. Вон, вон, под вами херню он скастовал. Не знаю, что она делает, но ничего хорошего, я уверен. Дебильные элементали сплавнятся. Так, вот это не надо меня. Вот. Пожалуйста, господи, можно не блочить руинеры? Это реально. Он там, кстати, кольцо Регена как вторую на выложил. Подбирайте танки. Так, Двайн-то это нормально. Что у нас на мага еще есть прикольное? Кстати, есть и Аджель на 50 хп регена. Еще всем 60 маны и реса. Это прикольная штука. Дорогая, правда? И вот, наверное, флейту, да? Аура на манореген будет 250%. Я помню, вроде... У меня тут есть аура на манореген, да? Ластовая. Но это не точно. Посмотрим, сколько она дает. Чуть глубже вам говорят, чуть глубже. Близзард мне нравится, конечно, не зря я его взял. Все эти пожилые метеориты по 10 тысяч лет. Кстати, далеко он так идет, капец.
Лол. Он не останавливается? 7 воевов. Чекайте, 7 воевов. Ну да, да, 7. 1 хп, 1 поинт маны в секунду. Подожди-ка. Спа дополнительная. Не, короче, моноген беру. Моноген имба. Короче, суицид даюсь, пацаны. Уп! Все, суициднулся. Слушай, а босс-то 300 урона с руки наваливает. Зачем я это сделал? Ну да ладно. Я просто профлил. Профлил, чтобы слить волну. Надо, наверное, что-нибудь на армор себе купить, потому что реально. Случайные дамаги минус ебало. Типа 300 урона, это очень много у босса. Типа на рейнджового. Предкразизер. Да, это так, чисто. Порофлить, поразнообразить. Мне определенно нужно что-то на хп и армор. Потому что посос будет. Блин, 2 пунктика по 200 экспы. Гениально. А вообще, может, мне нужно сапоги взять? 50, 25 арморах, 500 хп. Я, наверное, буду 600 голды на сапоги покупать. Потому что ну его нахер. Вот эти за 600 голды буду покупать все сапоги. Я не знаю, Джо, бери так, которая будет полезной. Что-нибудь сказать тебе еще. Все ванильные сны. Вам ванильную ауру надо? Да, сначала будет это конец игры, так сказать, пожилой. Что я помню даже, что это жесткая волна. Я там станчики раздаю всяким говнарям. У Близзарда КД достаточно большой на самом-то деле. ТП? Ну да, Андер 2К охуенное ТП делает. Я, честно говоря, не помню этих телепортов. А вон, там Ксави или нет? Не Ксави, кстати, пожилой. Там в босса станы кидаю. Не знаю, помогает или нет. Отходить, ёб твою мать. Ну вы, блять, вы думаете, вы, сука, вечные, нахуй, если вы танки? Это, блять, босс арена. Вон, Soulstone, подымайте и танки. Он вам рез дает, руинеры, господи. Такие руинеры, капец, рили. Сейчас мне придется кайтить, походу. А без сапогов тяжеловато кайтить будет. У меня из магии вот кушка и все. У меня вэшка ближняя, то есть ближняя, блядь, что это за хуйня. Ну, кстати, талант дали, да, пацаны, талант дали один, я еще держу в курсе. Не, ну это вот мы пройдем, наверное. Горелка у него жесткая, на миллион, на самом деле, километров распространяется.
Поэтому надо подальше от него держаться. Все. Еще одну волну, по идее, я куплю все сапожки. Так, что у нас там? Блинк маленький кадет. Неплохо, конечно. А так рейндж, так спид. Мне даже себе две силы возьму, похуй. Даже не знаю, что мне взять. Ну, я, наверное, раньше возьму атак спид. У меня атак спид какой. Потому что такие пожилые, на самом деле, навыки тут. А блинк сколько? 12. Не, бля, надо блинк брать. По-любому. Уменьшение блинка, потому что габелла будет. Если мы с маленьким блинком будем. Типа, вместо 12 секунд, 3 секунды на блинк, это имба. Так, а чё я красным-то стал сразу, а? Руинеры. Ну, я уверен, что твой портал нужен, чтобы телепортировать кого-то, да? Просто в этом уверен. Рановато, наверное, хил сдал. Рановато. Типа, на самом деле, у меня единственная ОЕ билка хорошая, это Blizzard. Остальная, типа, вэшка у меня на мели работает, блин. Блин, вот опять ошибка, вот этот аркан взял, надо было брать... Файербласт какой-нибудь. Да, бегать придется. В этом я уверен. Пиздите, босса. Босса, пиздите. Ядрить там, конечно, больно. Молодому человеку. Ой-ой-ой-ой, а чё вы все слегли-то, а, руинеры? Нет, 3 секунды, вот смотри. Бум, 3 секунды. Я пожилой, всех голду ворую на самом-то деле. Ну да, вот видишь. Вроде вернули на самом деле. А, да, мне вернули 37 голды за буты. Не 50, конечно. Нужна ли мне эта урон с руки? Эвикс? Да, Эвикс горящая хуйня. То есть БВО намного лучше Эвикс, не знаю. Даже не знаю, что на этого мага пожилого собирать. Кто там профессионал? Хиан пожилой, да? Рассказывать, что я могу собирать. Потому что я себе сапоги купил, теперь я неубиваемый. В скобочках убиваемый, но все равно. Я теперь пожирнее стал. Что могу собирать? Что тут хороший там есть какой-нибудь? Руины. Вы аккуратнее, у них типа этого. 200 атаки у каждого. Ну, понятно, в кастерите мы этому, я говорю. Знаешь ты что-нибудь именно хорошее, потому что банки за 250, не у яс купи. Да нахер, блять, серьезно?
Думаешь, он, блядь, всем нужен? Мне кажется, это хуйня. Кольцо плюс жуки. Ну, это надо было кольцо раньше покупать. Ну, короче, скоробей, не знаю, выглядят по-пожилому. Ну, аккуратнее с боссом-то, я вам серьезно, поаккуратнее с боссом. Он там куски от... 2500 хп... 2500 урона у босса. Держу в курсе. 2500 урона у босса. Корни, это, конечно, хорошо на босса, но... Ты сейчас умрешь. Его кайтить надо, пацаны. Из вас брони это очень хорошо. Так. Хитрить пришел тут. Пас Духмена, руинера. Карас, что ты начинаешь? Так, посмотрим. У кольцо, в принципе, неплохо выглядит. Оно стоит 700, блин. А, жуки 1500, ебать! Жуки дорогие, пиздец. Они, кстати, еще одну, еще один поинт всем дали на обилке. Даже не знаю. Нет, хуйня. Вот это надо брать. Больше ренжа, поприятнее будет просто. Книжки на инту? Да не, хуйня это все. Это же еще не хардкор, это нормал. Ну, нормал это вообще... Нормал для пусик, как бы, да? Держу в курсе. Нам еще везет, что вот справа практически никто не подходит. Очень мало подходит справа юнитов, да? Справа сдерживают, в принципе, в соло практически. Да я знаю, что весь урон от НТ. Только я как раз куплю себе за 700 голды кольцо, которое даст 10 статов. Потом еще будет... А вы не хотите, руинеры, выходить из говна? Вон, вас в корне всех, сука. Блять, не стойте на месте, инвалиды. Блять, двигайтесь, дебилы. Сука, не, ну это все, это смерть. Это смерти. Я не достаю до него. Порталы профессиональные. Не, ну пацаны, ща кайтить буду. Так, выбежал быстро. Ну, ты карус, карабос. Стоит на месте. Молодец. Вот, в корни попал, все, корни нахуй убили. Бегайте, инвалиды, вам что, ноги сломали? Бегайте, пожалуйста, если у вас есть возможность бегать, бегайте. Да? Не мастер убийства с руки, если что. Я вообще не мастер убийства. Ну хотя бы босс потерялся куда-то. О, Икаруса кто-то резнул. А вон босс. Вон босс стоит. Не знаю, блин, кануться туда. На тебе стан, сука. Покастуй мне, тварь.
Руинера похилим. О, ну это, кстати, хороший прыжок был. Явно видно, что Хиан умеет играть в эту карту. Да. Доджит. Красиво. Тут остатки осталось добить. Изи, изи просто. Я уже перестал быть топом по ДПСу. Блин, надеюсь, 700 не хватит. Возвратка, я не знаю. Блин, 250. Не, ну конечно, 100 маны. Ресы 25 хп. Дорогое оно. Короче говоря. Кулдаун 40. Ну, у них у всех кулдаун по 40 секунд. Кстати, апается этот пассажок. Блин, Blizzard, конечно, много маны жрет, падла. Тому крабосу дадим. Вроде скорпы жесткие, насколько я помню. Тут вообще все жесткие, на самом деле. Так, а где Босяра? Босяру не видно даже, на самом деле. Подкопал хилем крабосса. Ой, меня падвое пилят с краев сики. Сны, босса бейте, дамагеры ренжи. Руинеры. Видите, я тут ворвался. Ой, это я зря ворвался, кстати говоря. Маны все равно даже так не хватает, блин, может посох на ману купить? Ну не, элемы как дополнительный герой, в принципе, уносят урона. То есть неплохие. Если они, конечно, не как дауны на стенке стоят. Блин. Голды не хватает. Но придется. А, нет, не придется продавать пока. Колечко у них.
Название у карты. Орки, гладиаторы вроде. Армору у элементаля на сотку, а? Сны. Я думаю, это полезно. Мана реги на 0.5. Или вот здесь еще на 0.5. 7. Блин, даже не знаю. Я всем лучше мана реген дополнительно возьму. Потому что маны это полезно. Полезно иметь фуловую ману. Ой, вот это очень неприятная волна. Мы тут ляжем, скорее всего, учитывая, сколько тут карабосов. Мы тут ляжем, пацаны. Вон там. У босса, короче, очень большая регенерация. Не умирайте, пожалуйста. Тут босс, когда вы умираете, получает статы, получает реген. Получает дохуя всего. Умирать нельзя на этой волне. Я вам так скажу. Кто умрет, тому банка. Никому нельзя умирать. Поушны жрите, блядь. Сиренокс умирать собрался снизу. Ой-ой-ой-ой. Один руина. Второй руина. Это падла ко мне пришел. Ну, Икарус же, убегай нахуй. Ну ты не видишь, он в тебя, блин, он с краю пошел. Дебилы, блядь, стоят просто. Мы это не адефы. Я же говорю, тролль это нахуй смерть. Тут не закатить. Это рейнджовый босс ебаный. Он дохуя получает от смертей. Всего. Не-не-не-не, забейте, это руинеры, блядь. Я пойду резать руинеров, но мне кажется, нихуя не поможет им. А, ну там уже сделали ТП. Какой там КД, кстати? Не, вон вроде есть. Ну-ка. Кто резнулся, типа, это... Не умирайте, пожалуйста, господи. Серьезно. Ты живи, падва, живи. Никому нельзя умирать. Бейте сначала мелочь, потом босса бейте. От босса нахуй съебывайте. Вы его не... Не, вы можете, конечно, убить пока его еще. Но лучше... Ой, портал тут, кстати, полезненький. Сука. Это, ну какие? Ну 1700 урона. У меня сапоги на армор. Ебанутый босс, 1700 атаки. Да ГГ, естественно. Инвалиды одни играют. Рез откатился, только нихуя не поможет это. Он сейчас умрет. Падва, иди и резай. Не хочет резать. Руина, блядь! Ладно. Это понятно было, что мы не пройдем. Ну типа я же сказал, блядь, никому нельзя умирать. Они, блядь, стоят. А у них топали, блядь, влетают, они стоят, нахуй. И все понятно с вами. Все с вами ясно.